15 августа в России отмечается очень интересный праздник – день рождения русской тельняшки. Неспроста торжественные мероприятия, устраиваемые в честь полосатой виновницы торжества, проводятся именно в этот день. Ведь 19 августа 1874 года Александром II был подписан указ о введении новой формы, одним из атрибутов которой являлась именно русская тельняшка. Моряки называли ее морской душой. В этом году ей исполняется 141 год. 19 августа считается днем рождения русской тельняшки. Как вы думаете, что она символизирует? Я думаю, она символизирует свободу, голубое небо, облака. Любые полосы привлекают внимание. То есть в море, когда выходит корабль, и моряков очень плохо видно, когда он стоит в тельняшке, моряка заметно издалека. Какие качества она придает мужчине? Мужественность. Качества, у всех, наверное, свои мнения на этот счет и ассоциации. Даже если ты просто... мужчина, то ты мужчина. А если ты одел тельняшку, она сама по себе располагает к тому, чтобы ты был отважный. А если рядом с тобой дама или рядом твоя семья, и ты находишься в тельняшке, то ты чувствуешь себя героем, ты за них отвечаешь. Матросы называют тельняшку морской душой. Как вы думаете, почему? Потому что это связано с морем, для них это тема родная, для них в этом вся их жизнь, поэтому, может, в этом их душа. А с чем у вас ассоциируется тельняшка? Прежде всего, с образом настоящего мужчины, героя. День военно-воздушных сил России ежегодно отмечается 12 августа. Традиционно в этот день проводят праздничные мероприятия. Вот и в городе Крымск военные авиаторы прошли стройными рядами по военному аэродрому. После торжественного мероприятия состоялся концерт. Гости могли не только посмотреть на боевые воздушные машины, но и посидеть в кабине пилота. Здесь же работала полевая кухня, и всех угощали настоящей солдатской кашей. Основателем Дня ВВС стал Николай II, так как вначале самолеты служили в целях разведки. Но 1912 стал годом создания боевой авиации России. Распоряжением царя с 12 августа начала свое существование специальная часть, где решались вопросы, связанные с развитием нового рода войск. Именно поэтому этот день принято считать датой основания военно-воздушного флота России.